Воспитанник Колымского дворца спорта Нагига Джибабаев завоевал серебро на первенстве Югры по самбо. В упорной борьбе юноша не уступал своим соперникам. Наги учится в третьей школе в 10 классе. Любимый предмет, конечно, физическая культура. И, как признается юноша, самбо было, что называется, любовью с первого взгляда. Пришел в этот спорт я в классе 5. Увидел, как занимаются дети, решил тоже попробовать. И вот так начал ходить. Именно в этом зале единоборств проходят все тренировки ноги и не только. Каждый день по 1,5 часа 60 ребят всех возрастов активно занимаются, ставят перед собой амбициозные цели и стремятся на вершину спортивного олимпа. Серебро в копилке побед ноги – мотивация к достижению его главной цели – первого места. Я трудолюбивый, упорный человек, занимаюсь самбо, строю цели и хочу их выполнить. Занял 2-е место из-за обстоятельств, то, что повредил ногу и не смог в финале побороться. Так, сейчас отборолся на УРФО, надеюсь, там всех выиграю. А так, 2-е место тоже нормально. Главное, отбор отобрали, сейчас на УРФО двигаемся. В дальнейшем хочется улучшать свои навыки. Поддержать юношу приехали друзья и знакомые. И, конечно же, рядом всегда был его тренер. Станислав Хрусталев о своем воспитаннике отзывается положительно, считает ноги ответственным и сильным человеком. Хороший, дисциплинированный молодой человек. В этом году он стал 3-м на всероссийском турнире Литвиненко в Нижневартовске. В этом году он стал сейчас 2-м на округе младшим годом по 2007 и 2009 году. Он 2009 года. Хорошо очень поборолся. Он очень сильно обрадовал меня, как бы мы рассчитывали на 3-ку на него, он даже выполнил сверх плана, вошел в финал. То есть и в финале как бы из-за травмы я решил снять его, чтобы он не боролся. Травма колена не позволила ноге и дальше продолжить борьбу, однако, несмотря ни на что, спортсмен не планирует опускать руки, а только продолжать копить опыт и спортивный профессионализм. Камила Гильманова, Максим Полозов. События.